Ого, капец, хорошо, что я включила заранее. Надо закрыть вход. Слева так, слева. Так, короче, все отключились. Я вот так просто. Так, куда лучше? Меня видно, слышно. Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Пока что настроюсь. Так, у нас есть 1 минута. Так, сейчас, наверное, минутки две подождем, и я начну свою презентацию. Спасибо большое за удачу. Буду рассказывать. Так, уже порядка 14 человек у нас собралось. Со звуком все нормально, да, я так понимаю? С видео тоже все ок. Если будут какие-то помехи, вы мне скажите. Потому что я сижу через мобильный интернет, и такие риски возможны. Все здорово. Здравствуйте. Как думаете, пора уже начинать, либо подождать? Пикаим, что вы скажете? Окей, тогда я начну представление. Меня зовут Зульфия Раисова. Я являюсь журналисткой из Казахстана. То есть в основном я делаю материалы в жанре мультимедиа журналистики и также являюсь начинающим дата-журналистом. Темы, которые я освещаю, в основном это тема прав человека, миграции, а также то есть региональная тематика именно насчет Казахстана. Сейчас я сотрудничаю с аналитической платформой Caparaise, пишу для них материалы и являюсь фрилансером. Помимо этого, увлекаюсь визуализацией данных, ну, то есть мне очень нравится делать визуал, делать различные инфографики. Как раз-таки после этого вебинара будет отправлен чек-лист с информацией о моих программах, которые я использую для инфографики, то есть каким образом я именно визуализирую. Так, если это пропадает, то, скорее всего, связано с помехами интернета. Вот.
Я думаю, можно уже начинать рассказывать. Те, кто желает присоединиться, не присоединяться. В целом, видео будет сохранено, а также выложено на YouTube-канале Кабаразия. Поэтому, думаю, ничего страшного, если кто-то посмотрит чуточку позже. Итак, тема вебинара у нас. А, кстати, хочу сразу сказать, что свои вопросы вы можете адресовать в опросник. Тут вот видите вы. Можете туда сразу фиксировать свои вопросы, потому что в ближайшее время я не буду отвлекаться на вопросы, поэтому буду отвечать чуточку позже. Если будет необходимость, то я скажу, когда надо будет мне задавать вопросы, но в основном я планирую на них отвечать после вебинара. Поэтому, пожалуйста, можете адресовать свои вопросы именно сюда. Вот. Если какие-то есть комментарии, то пишите сюда. Так, звук пропал. Пишут, что звук пропал. Только у каракос пропал звук, либо у всех пропал. У меня вроде бы все хорошо. Дайте знать, звук есть, да? Все слышно. Ну все, тогда я начинаю. Каракос, возможно, у вас какие-то проблемы со звуком. Все, супер. Итак, тема моего вебинара – это не выходя из дома, как делать материалы в условиях карантина. То есть сейчас мы все сидим дома. Сегодня я посчитала, я поняла, что я сижу дома, ну, то есть в изоляции с 10 марта. То есть это порядка уже 60 дней, если не ошибаюсь, я сижу в изоляции. Но тем не менее, работаю и пишу материалы, и как раз-таки хочу поделиться опытом, как у меня это удается, что я делаю, как применяю, на какие темы я пишу, помимо коронавируса. Итак, для начала я вам скажу план своей презентации. Я расскажу о том, как найти тему для материала, откуда брать информацию, как вкусно подать материал. Ну, то есть это не только новостные сюжеты делать, но еще другие жанры, которые может использовать журналист для того, чтобы его материал прочитал читатель. Четвертое – это язык вражды в материалах о COVID-19. Расскажу, как раз-таки остановлюсь на примерах, кто его применял, этот язык вражды, как это отражалось и в целом, что это такое. Пятое, о чем я писала, то есть это уже отдельные кейсы моих личных материалов, а также поговорим о здоровье нашем. То есть, понятное дело, писать материалы, работать, но ни в коем случае нельзя забывать о своем личном здоровье. Вот я хочу на этом остановиться отдельно. И седьмое – это мои выводы, то есть к чему я пришла, пока освещала в течение, как я говорила ранее, в течение 2 месяцев, находясь на изоляции. Так, поехали. Сейчас. Хочу начать свое выступление со слов Джона Поупа, который является журналистом с 30-летним опытом работы в области здравоохранения. Он говорил, что когда вы найдете, что говорит этот ученый. Если вы этого не понимаете, то ваша аудитория не поймет. Не бойтесь задавать вопросы, даже если вы думаете, что они глупые. Скорее всего, это не так. Я взяла именно эту цитату и почему я хочу ее сейчас озвучить, потому что тема коронавируса, тема здравоохранения, она не каждому близка, и есть риск, что ваши читатели могут не понять, о чем идет речь. А вы, будучи не экспертом в сфере здравоохранения, можете выдать информацию таким образом, что не только вы не поймете ее, но и ваши читатели. Поэтому необходимо строить свои материалы таким образом, чтобы его понял даже ребенок. То есть перед тем, как начинать писать материал, вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория. Вы должны понимать, что необходимо построить таким образом, чтобы все было понятно. Поэтому не стоит усложнять, не стоит ни в коем случае использовать какие-то сложные термины. Необходимо все дословно и простым языком для своей аудитории. То есть даже если не обойтись без каких-нибудь экспертных ну, то есть терминов, то желательно эти термины обозначать, то есть сделать пометку, примечание редакции, чтобы читатель опять-таки понимал, о чем идет речь, и не было так, что он прочел и вообще не понял, что было и зачем был написан этот материал. То есть журналист, он должен понимать, что он транслирует, должно быть сделано для человека, для его читателя.
извиняюсь, у меня периодически почему-то не так оперативно срабатывает презентация, имеется в виду слайды меняются, и немножко грузится и тормозит, поэтому будут такие перерывчики устраиваться. Думаю, это ничего страшного. Нажала. О чем писать? Вот я хочу, почему я поставила эту картинку, потому что периодически бывает так у журналистов, что ты не знаешь, о чем писать материал. То есть ты просто потерял, так сказать, вдохновение, лежишь и такая думаешь, что делать, о чем писать. А во время карантина, во время коронавируса таких средств было достаточно у каждого журналиста, потому что просто тебе надоедает писать темы только о коронавирусе, только о карантине. И ты попросту не знаешь, откуда найти этот источник вдохновения, о чем можно написать и как в целом подать еще можно твой материал. Поэтому я подготовила для вас целую сводку источников, откуда вы можете как раз-таки брать вдохновение и как вообще искать для себя материалы для ваших новых статей. Итак, пропало видео. Извините, пожалуйста, но думаю, мы можем продолжить. Я не знаю, в чем была причина. Так, ребят, я все, я тут. Sorry. Я не знаю, что произошло, но такие вот технические проблемы бывают. Вот, давайте продолжим дальше. Итак, как я говорила ранее, надо изучать поисковую выдачу. То есть вы берете, открываете Яндекс, да, допустим, Яндекс, Google, Chrome, и просто вводите первую, ну, то есть в любое словочитание просто вводите. Например, как я отобразила на этом скрине. Я написала, что делать, если... Я написала, что делать, если. И таким образом вы видите, что люди, допустим, кустанайцы, это геолокация именно Кустанай, где я нахожусь. И кустанайцы, они гуглили, что делать, если отказали в выплате 42 500. Что делать, допустим, если болит живот, да? Что делать, если скучно? Например, тема касаемо того, что делать, если скучно, или что делать, если отказали в выплате 42 500, вы как журналист можете взять ее в разработку. Таким образом, вы понимаете, что у людей есть потребность разобраться в теме того, почему им отказали в выплате 42 500. Соответственно, вы оперативно начинаете искать экспертов, которые могут вам ответить на эту тему, и вы можете оперативно подготовить материал. Таким образом, это будет ситуационный материал, который обязательно будет актуален для вашей аудитории. И что касается, что делать, если скучно, скажу, что действительно, многие люди, впервые оказавшись в самоизоляции, лишившись работы, они не могут делать. Таким образом, например, в тренде журналистики материалы, разъясняющие и объясняющие. То есть те материалы, которые человек прочтет и найдет для себя объяснение, да, какое-то, найдет лайфхаки для себя. Поэтому такие материалы актуальны, и именно эта тематика, она будет читаема. Они такие. Но в целом, вот, используйте этот лайфхак. Второй лайфхак – посмотрите информационные запросы на Яндекс.Ворстат. То есть Яндекс.Ворстат, то есть вы можете сейчас прям вбивать в поисковик, находить вот эти вот все ресурсы, которые я вам говорю, и просто автоматически проверять на практике, как это работает. Допустим, Яндекс.Ворстат бесплатно показывает количество поисковых запросов пользователей. Например, я вела, как повлияет коронавирус, да, ну, то есть просто такая думаю, дай-ка посмотрю, что там коронавирусом будет. Ввожу и вижу, что, допустим, 6379 показов в месяц, то есть это неплохой показатель. Соответственно, тема, которая будет содержать информацию, как повлияет коронавирус, она будет читабельна, этот материал прочитает. И заодно вы сразу видите, тут, например, написано, как повлияет коронавирус на экономику, на недвижимость, на экологию и прочие темы, соответственно, это считайте, да, у вас уже есть. Либо вы можете сделать обзорный один материал всех вот этих вот подпунктов. Поэтому рекомендуем вам обращаться именно к Яндексу Wordstat. Таким образом, можно опять-таки найти тему для вашего материала.
Вот. И заодно вы можете увидеть количество запросов в месяц, то есть насколько вообще люди ищут эту информацию, насколько это читается и прочее. Признаюсь, что у меня самой периодически бывали такие вот перерывы, когда я не знала, о чем писать, что делать. То есть, да, редакционное задание — это круто, классно, но порой приветствуется, когда журналист сам знает, о чем писать материал, то есть редактору не придется все время давать материалы и говорить, о чем ему писать. Вот, поэтому лучше всего, если вы будете иметь целый список, да, ну, то есть заранее можно готовить вот этот вот список материалов, которые вы подготовите в течение ближайшего месяца. Итак, перейдем к третьему ресурсу. Загляните за идеями в Google Alerts. То есть подпишитесь на популярный запрос по вашей теме, и сервис будет каждый день присылать новые статьи. Допустим, я подписалась недавно на здоровое питание и ежедневно получала все статьи, которые касаются ежедневного питания, ну, то есть которые касаются здорового питания. И таким образом вы читаете чужие ресурсы, чужие статьи, и можете посредством чтения чужого материала придумать свой какой-то материал. Либо если этот материал был написан именно в России, да, где-нибудь в Америке, то вы можете сделать подобный материал, но уже исходя из запросов казахстанцев, либо кыргызцев, либо таджиков, ну, то есть исходя из своей локации, из ваших геолокаций, вот. Четвертое, подгляните, о чем пишут другие журналисты в пресс-фит. То есть вот этот вот ресурс я чаще всего использую, и он достаточно прост в использовании. Необходимо только зарегистрироваться, и затем вы как раз-таки, где все запросы, да, вы можете увидеть, какие запросы адресуют журналисты российские. Это российский портал, соответственно, тут в основном российская аудитория. Например, Life.ru ищет людей, у кого пандемия перевернула жизнь. Если вы нажмете на эту кнопочку, то там вы увидите требования. Они, ну, то есть журналист может сразу же написать, кого они ищут, кто им нужен, какой герой им нужен. И вы не только можете видеть чужие запросы, вы можете добавить свой запрос. Ну, то есть вот видите, там есть такая глава «Добавить свой запрос». Вы пишете свой запрос, говорите сроки, какие и кого вы ищете. И помимо этого, например, если вы какая-то редакция, которая сотрудничает с журналистами-фрилансерами, то вы можете оставить запрос касаемо журналистов, написать, что вот к 25 числу, 25 мая вам надо подготовить тот или иной материал, такое-то количество символов на такую-то тему. И, например, журналисты, фрилансеры, они могут откликнуться и выполнить этот заказ. Ну, то есть этот ресурс, он крут не только тем, что тут можно найти темы для ваших материалов, но и крут тем, что тут можно найти потенциальное сотрудничество. Поэтому я рекомендую этот ресурс использовать и практиковать. Пятое – это изучать запросы людей на Яндекс.Кью. Не знаю, знаете ли вы или нет, но я очень активно раньше читала такой ресурс, как The Question. То есть это простые люди задают вопросы, на которые отвечают такие же простые люди. И сейчас сервис, он объединился вместе с Яндекс, знатоки, и образовался новый сервис Яндекс.Кью. И люди задают свои вопросы. Спасибо большое, я тут обратную связь прочитала. Задают свои вопросы, и они, ну, то есть задают вопросы, и эксперты им отвечают. И опять-таки вы, журналист, заходите на этот сайт, вы видите опять, что интересно людям, и можете взять в обработку тот или иной вопрос. Например, скрин. Как изменится роль HR после самоизоляции? Ну, круто же, действительно, что будет, как будет? Все говорят, что будет по-другому, но это же повод, чтобы найти и действительно разузнать, как будет. Соответственно, эту тему прочитать, потому что она актуальная, потому что люди ищут. Поэтому тоже берите, записывайте и используйте. Шестое, ну это уже я так решила все объединить, следите за комментариями в соцсетях. То есть действительно надо подписаться на тематические группы. Допустим, в Казахстане, я буду сейчас отталкиваться из Казахстана, но я думаю, что и в Центральноазиатском регионе есть такие же подобные ресурсы. Допустим,
черный список, либо Астана похвалить, пожаловаться. То есть люди пишут о своих проблемах в открытый доступ в интернет и пишут, например, то, что им заблокировали счета в банке, либо пишут о том, что кто-то нарушил их права. И вы понимаете, допустим, если эта проблема действительно широкомасштабная, то вы можете взять ее в обработку и сделать материал. Как было, допустим, со мной. Я наткнулась на пост женщины, которая писала о том, что ее счета заблокировали. Точнее, о ней написали. Ну, написала другая женщина, активистка общественная, о том, что некой женщине заблокировали счета. Оказалось, что эта женщина, она... Ну, у нее плохое социальное положение, у нее трое детей, и она не может работать из-за карантина. И потом, когда я начала разбираться в этой истории, выяснилось, что ей заблокировали счета судоисполнителей, хотя до этого было постановление президента о том, что нельзя блокировать счета. И таким образом, подняв эту тему, все другие судоисполнители, которые хотели бы, допустим, заблокировать счета казахстанцев, которые не оплатили, они не стали этого делать, потому что был общественный резонанс. И это здорово. То есть журналист добился общественной резонанса и добился того, чтобы следовали закону. То есть как следовало, то есть как сказано, допустим, постановление президента, нельзя блокировать, значит нельзя. И люди просто не посмели, а вот этот вот человек-судоисполнитель, который заблокировал счет этой женщине, он отозвался ей помочь. То есть это задело его по совести, что он позволил себе так сделать и то есть заблокировал счет женщины, которая нуждается в помощи, тем более в период карантина. Второе, надо следить за форумами. То есть вы подписываете, например, если вы какое-то издание, которое освещает, например, темы спорта и темы здорового питания, соответственно, вам желательно подписаться на форумы, которые затрагивают эти темы. И вы опять-таки можете понять, что интересует читателей и о чем они будут читать. Также запросы знакомых. Просто вы можете спросить у своих друзей, о чем написать, что тебе интересно. Может, у тебя есть какой-то интересный герой, порекомендуй, посоветуй. Что делаю я лично? Да, я обращаюсь периодически к друзьям. Помимо этого, допустим, я пишу в социальных, что у меня с интернетом, но я дико извиняюсь и продолжу дальше. Итак, то есть, обращаясь к своей аудитории, вы показываете, что вы заинтересованы, что вы готовы писать для них в первую очередь. Не надо забывать о том, что люди любят себя, и поэтому, когда будет выстраиваться такой диалог, то это, наоборот, повысит доверие вашей аудитории к вам лично. Теперь, откуда брать информацию? Интересно, да, откуда брать информацию? Я буду говорить сейчас по теме коронавируса и карантина, потому что, по сути, все пересекается. Например, что касается тем карантина и коронавируса, чтобы ваша публикация не была недостоверной и вы действительно передавали достоверную информацию, то необходимо обращаться к таким источникам информации, как, допустим, официальные государственные органы. Например, Минздрав, ну то есть то, что касается тематики здоровья, здравоохранения, то надо обращаться именно в Минздрав. Второе – это медицинские университеты. Например, если вы хотите сделать какой-то экспертный комментарий, то надо обращаться в медицинские университеты, в исследовательские лаборатории, в больницы, а также всю актуальную информацию, то есть вы можете брать на сайте ВОЗ. То есть это не только будет касаться вашей страны, но и всей международной повестки, а также онлайн-карта университета Джона Хопкинса, где оперативно освещаются данные по количеству заболеваний, и вы вылечишься. Теперь обратимся к языку. Теперь так, я извиняюсь, обратимся к определениям о том, как вообще рассказать события. Надо помнить официальные имена, но если говорить опять-таки о коронавирусе, то есть такие вот объяснения, как COVID-19, это инфекционность. Ну, то есть вы это сами сейчас прочитаете, просто я хочу напомнить о том, чтобы вы не путали. Например, когда вы пишете эпидемия, то эпидемия касается только определенной страны. Например, заболевание распространилось на территории только одной страны. А если вы пишете пандемия, что у нас сейчас происходит, то это по всему миру распространилось. Поэтому эти два понятия ни в коем случае нельзя путать.
а также чтобы постоянно не писать, например, коронавирус, да, то можно писать как COVID-19, ну, чтобы не было тавтологии, потому что это, по сути, аналогичные термины. Вот. На такие моменты тоже надо обращать внимание и не сеять панику. Теперь поговорим о языке вражды. Те, кто не знает, что такое язык вражды, то я простым языком поясню. Допустим, очень часто начали писать о том, что вирус, он китайский, да, то есть это китайский вирус. Например, Forbes Казахстана пишет, Минздрав Казахстана, китайский вирус не пройдет. BBC, русская служба BBC. Опять пропала, я тут. Так, дайте мне обратную связь. Все меня видят, читают? Окей, я продолжу. Допустим, русская служба BBC, они выдали материал, написав загадочный китайский вирус, есть ли повод для беспокойства. Либо, допустим, также называли китайский вирус азиатским вирусом. То есть таким образом журналисты, того не подозревая, просто, допустим, нагнетают обстановку, и люди, они будут бояться людей китайской, ну, то есть китайцев, а также азиатов. Например, я сама сталкивалась с тем, что у нас в аэропорту в Казахстане, да, когда только вирус набирал обороты, это было в феврале, когда только он был в Китае, то люди, находясь в аэропорту в казахстанском, да, увидев китайцев, целый ряд просто взял и встал. Просто вот взял и встал. Почему так произошло? Потому что они начитали статьи о том, что китайцы во всем виноваты, что это только их вирус и прочее. Да, источник заражения в Китае, но нужно понимать, что он сейчас не только в Китае, и нельзя брать и говорить, что вирус он только китайский, потому что он распространяется по всему миру, и они, ну, то есть китайцы не виноваты в том, что столкнулись с такой проблематикой. Поэтому нельзя ни в коем случае в своих материалах писать о том, что это китайский вирус. Таким образом происходит разжигание. Вот это надо помнить всегда и более ответственно подходить к формулировкам своих текстов. Допустим, Азиатско-американская ассоциация журналистов опубликовала рекомендации для журналистов для того, чтобы они при обработке материала следовали. Допустим, ни в коем случае нельзя публиковать фотографии людей с масками, добавляя. Ну, то есть, когда мы публикуем фотографию людей с масками, то необходимо добавлять контекст. То есть не просто опубликовали и даже не пояснили, где это происходит, что это происходит. Надо писать, где это происходит и вообще, ну, то есть, к чему эта фотография. Второе, надо избегать фотографии в китайских кварталах, если речь не о них. Опять-таки, просто взять и загуглить фотку там квартал и поставить ее, так не пойдет, потому что тема чувствительная, и ее надо аккуратно освещать. И третье, надо использовать любые географические отсылки в названии вируса. Ну, то есть, как я только что и говорила, нельзя называть китайский вирус. Таким образом, опять-таки, идет разжигание. Это надо помнить и исследовать. Теперь перейдем к моему личному опыту, тому, о чем, собственно говоря, я писала. Например, мой первый репортаж касался того, как цены на продукты питания поднялись во время коронавирусной вспышки. Что происходило и в целом, как это отразилось на ценах. Как я этот материал делала? Из-за того, что я нахожусь в Костанайской области, да, ну, то есть я нахожусь в Костанае, а Костанайская область – это та область, в которой число зараженных было выявлено в самый последний момент. Соответственно, я могла до этих пор ходить, наблюдать, делать что-то, потому что так такового карантина у нас в городе не было. Поэтому, когда я писала материал о повышении цен на продукты питания, я могла обойти несколько магазинов, чтобы проследить тенденцию и понять вообще, что происходит с ценами. И посетив один из магазинов, да, то у меня завязался диалог с женщиной. То есть не обязательно говорить о том, что вы журналист.
о том, что вы пишете материал. Вы просто можете, как обычно, обыватель, просто зайти, поговорить и просто поинтересоваться, а почему так произошло, при этом наблюдать за эмоциями этого человека, с которым вы разговариваете. Допустим, если вы прочитаете, вы тоже сейчас можете загуглить и посмотреть этот материал, то вы можете видеть, что девушка, которая со мной разговаривала, она, будучи продавщицей в этом магазине, она была довольна ситуацией. Ну, то есть она радовалась тому, что чеснок начал, возросла цена на чеснок. То, что люди прибегают и скупают эти продукты. То есть тут можно понять, что это вопрос денег, вопрос финансовой части, то, что люди паникуют, и это, наоборот, хорошо. Конечно, презентация будет отправлена, выслана. Это говорит о том, что люди, они паникуют, в общем, а предприниматели, они наоборот радуются тому, что они паникуют. Это не совсем есть хорошо, но в то же время никак нельзя это осуждать. Вы, как журналист, вы должны объективно дать информацию, показать то, как это вообще происходит. И именно через вот такой вот сторителлинг, через такой небольшой диалог можно отразить всю проблему, которая сложилась, допустим, вокруг повышения цен на продукты питания. Второй репортаж у меня касался того, что многие казахстанцы, многие остались за границей, то есть они не смогли прилететь. И тут, например, я, находясь дома, мне надо было найти такие истории, надо было найти таких людей, которые действительно застряли, и которым действительно нужна помощь. Что сделала я? Каким образом я пыталась выстроить этот материал? Необходимо было обратиться, то есть я написала в социальной сети у себя на Фейсбуке о том, что я ищу вот таких вот героев, мне нужны такие-то истории, помогите, отзовитесь. Из-за того, что целевая аудитория у меня в основном журналисты и люди из других стран, то были отклики, которые, посредством которых мне удалось выстроить этот материал и написать его. Помимо этого, надо очень хорошо анализировать социальные сети, то есть прям искать истории, кейсы людей, которые жалуются о том, что они вот застряли, что им нужна помощь, и посредством WhatsApp, посредством Telegram можно с ними связаться и попросить их рассказать об этом, что у них случилось. А вот на этом материале я хочу остановиться поподробнее, потому что, по сути, материал вышел достаточно объективно в плане того, что там несколько историй. Там есть история о том, где государство неоперативно среагировало и не оказало помощь казахстанцам, да, то есть казахстанцы некоторые жалуются, да, они анонимно жалуются, но тем не менее кейс такой существует. Понятное дело, что они попросили не озвучивать их данные. Второй кейс там тоже есть в этой статье. Он говорит о том, что там девушка, допустим, она застряла в Финляндии со своей... Так, я могу запутаться. Нет, она не в Финляндии, она на острове, в общем, застряла. И когда я говорила ей, может, вам нужна помощь, то есть МИД вам может помочь, она сказала, что она не нуждается в помощи, что ее все устраивает. Ну, то есть мы видим, что некоторые, по сути, казахстанцы, они сами отказываются от помощи и готовы проводить карантин за границей. И третий кейс тоже практически схож с тем, что у девушки была возможность приехать, она учится на магистратуре в Европе, но она решила поберечь свое здоровье и не рисковать. Соответственно, она никуда не поехала и осталась в Европе, то есть не стала никак рисковать. Вот, но рассказывая такие вот масштабные вопросы, затрагивая такие темы, как продукты питания, да, как проблемы с границами, ни в коем случае нельзя забывать историю про простых людей. То есть, да, понятно, сейчас город кипишует, в городе непонятно, люди, раньше бегали, паниковали, скупали все, но надо понимать о том, что и в селах кипит жизнь. Нужно понимать, что там происходит, и ни в коем случае не оставлять без внимания и данный аспект. Например, я писала материал о том, как протекает жизнь в селах, когда бушует по миру коронавирус. Опять-таки, мне повезло в плане того, что Костанайская область позже всех вышла на карантин, и у меня была возможность ездить в село. Я прям поехала в село в Костанайской области, в 200 километров от Костаная, есть село, где проживает порядка 300 человек, и
2 дня я там была, чтобы поговорить с людьми, чтобы понять картину, что там происходит и как люди реагируют. И тут хочу отметить, что, понятное дело, людей было не так много на улице, ну, потому что, по сути, село оно само небольшое, и погода была такая холодная, поэтому надо понимать, с кем вы можете поговорить. Я разговаривала с пенсионеркой. Почему с пенсионеркой? Потому что, как нам писали о том, что вирус очень сильно коснулся именно пожилых людей. Соответственно, ваш герой – это уже пожилой человек. Вы должны поговорить с ним, чтобы понять, о чем думает этот человек и как он переживает ли и боится ли того, что его может коснуться этот вирус. То есть, поговорив с этим человеком, с этой пенсионеркой, я поняла, что она испугана, что она переживает в плане того, что такой вирус настолько, ну, то есть настолько государство предпринимает меры, соответственно, есть чего бояться, потому что она, ей уже порядка 70 лет, она пережила и птичий грипп, и свиной грипп, но таких мер не было. И она вот говорит, что надеется, что этот вирус не дойдет до села, потому что находится он очень далеко. Но тем не менее, она свою внучку, ну, то есть вы можете открыть этот репортаж и прочитать, свою внучку, которая живет в городе, в Кустанае, она привезла в деревню, потому что боится, что, не дай бог, она тоже может заразиться и подхватить какую-нибудь инфекцию. Вот, вторая героиня этого материала у меня медицинский работник. Чтобы вы понимали, на всю эту деревню один единственный медицинский работник. И чтобы получить информацию от нее, я пошла до нее, поговорила с ней, спросила, допустим, что делают люди, паникуют ли, есть люди, которые болеют с какими-нибудь заболеваниями. На что я получила ответ, как оказалось, именно в этом году, да, именно в этой деревне количество заболевших как раз-таки было меньше. То есть вы поговорили с простыми людьми, вы услышали их, оформили этот материал, опубликовали и дали понять другим людям, чтобы они увидели картину, которая происходит вне города. То есть жизнь есть не только в Астане и в Алматы, ну, то есть я образно говорю, не только в столичных городах, она повсюду. Поэтому журналисты в своих материалах должны освещать и такие вот моменты. Я вот вижу то, что кто-то что-то пишет, но я на них чуть позже отвечу, потому что хочу дальше следовать материалу и публикации. Так. Следующая тема, ну, то есть, которую вы должны, не буду говорить, вы должны желательно осветить, допустим, сделать какой-нибудь экспертный прогноз. Например, как встречает и провожает карантин своих граждан власти стран Центральной Азии. То есть, готовя свой материал, надо использовать экспертный прогноз. То есть, в этом материале я описывала о том, какие условия переживают люди, которые находятся на карантине. Так получилось, что я сама лежала на карантине порядка недели, вернувшись из-за границы, и уже своими глазами видела эту картину. Но мне повезло в плане того, что у меня были идеальные условия. Ну, серьезно, у меня были идеальные, шикарные условия. Я даже не хотела выходить с этого карантина. Но были жалобы, где люди жаловались на то, что их плохо кормят, что у них в палатах холодно. Поэтому, чтобы ваш материал не выглядел предвзято, необходимо найти этих героев, найти эти жалобы и осветить это тоже в материале. Если вы прочитаете этот материал, то вы можете увидеть, что там приведены как раз-таки две стороны, где хорошо, где хорошие условия, а где плохие. И приведен экспертный прогноз. То есть надо понимать, как реагирует медицинское сообщество. То есть, понятное дело, для всего мира эта пандемия, она очень неожиданная, и надо понимать, какие выводы вообще сделает человечество из этого всего. Соответственно, надо обращаться к экспертам, которые занимаются этими вопросами. Я разговаривала с аналитиками здравоохранения, где они поделились своим прогнозом и своим мнением по этому вопросу и сделали определенный прогноз.
То есть теперь читатель прочитает этот материал, он не только узнает о том, в каких условиях находятся казахстанцы, кыргызстанцы, таджики на карантине, но и они услышат мнение экспертное, что им ожидать в будущем, то есть что из этого последует. Соответственно, журналист не только донес информацию, да, объективно, так он еще и сделал, также он еще и сделал экспертный прогноз, и это очень здорово и похвально. Вот. Следующий момент. У вас должна быть экспертная база. Я хочу прям попросить вас, чтобы вы фиксировали контакты. У вас была база, допустим, по количеству экспертов. Например, эксперты в сфере здравоохранения, эксперты в сфере политики, эксперты в сфере правильного питания как вариант. Потому что недавно все вы слышали отставка Дариги Назарбаевой, да? Эта новость была очень неожиданная, она просто внезапная. Но и поэтому необходимо было подготовить аналитический материал к следующему дню, чтобы люди понимали, что из этого выйдет, что последует. И его быстро не подготовить, если у вас нет экспертов, с которыми вы сотрудничаете. Не каждый эксперт будет отвечать на звонки. Они все в основном отвечают в Фейсбуке. Поэтому подружитесь с экспертами в Фейсбуке, и когда есть какие-либо такие важные вопросы, вы можете спокойно им писать и просить их экспертное мнение. И таким образом вы сможете, зревая, что у меня здесь стоит лимит на время, поэтому я периодически пропадаю, но ничего страшного. Вот. Допустим, в материале с Даригой Назарбаевой этот материал был подготовлен за ночь, потому что новость была срочная, и мне пришлось связаться с порядком 10 экспертов, и из 10 экспертов только 5 экспертов. Так, вы меня слышите? Дайте мне обратную связь, слышите меня, все нормально? Все супер, я извиняюсь, это все технические проблемы. Итак, перейдем к материалу насчет Дариги Назарбаевой. Так вот, этот материал был приготовлен за ночь, и из 10 экспертов, которым я адресовала свои вопросы, ответила только 5 человек. Поэтому, адресовывая свои вопросы, вы должны понимать, что вам не ответят все. Поэтому, если вам нужно 5 экспертов, то вы можете написать порядка 10 другим экспертам, и наверняка вам удастся собрать определенное количество. Есть такой момент, например, если вы готовите материал, то желательно нечетное количество экспертов, чтобы была какая-то объективность в вашем материале. Следующий момент – это мультимедийность украсит ваш материал. Мультимедийность украсит ваш материал, поэтому желательно в своем материале использовать мультимедийность, то есть в ситуации с материалом от Дариги Назарбаевой. Понятное дело, что не каждый знаком с ее биографией, и не каждому известно вообще, что, кто такая, как она начинала свой путь, хронологию жизни, никто не знает. Поэтому вы, как журналист, можете, воспользовавшись мультимедийными инструментами, выстроить таймлайн, то есть линию, хронологию жизни Дариги Назарбаевой, и ваш читатель, когда будет читать вот этот вот аналитический материал, он сможет ознакомиться с ее хронологией жизни. Например, если вы откроете тот материал, который я вам только что показывала, вы можете увидеть вот этот вот таймлайн и увидеть, допустим, когда у нее день рождения, какого университета она закончила, где училась, когда она вообще начала свою политическую деятельность. И таким образом ваш материал, он оживляется и становится наиболее читаемым. Поэтому рекомендую вам обязательно использовать мультимедийность. По завершению вебинара вам будет выслан чек-лист, где я как раз-таки включила все эти мультимедийные инструменты, которые я использую и которые действительно классные, и при этом они бесплатные. Вот. Надеюсь, он будет вам полезен, и вы будете использовать в своих работах. Идем дальше. Люди устали от новостей. Ну вот серьезно, люди устали от новостей. И если вы обратите внимание, то некоторые информационные агентства, они просто нагнетают обстановку. Они пишут: еще одна смерть, количество зараженных превысило 1000. Ну, это просто говорю примерные заголовки.
И это не есть хорошо, потому что люди и так находятся дома, они находятся в информационном вакууме, им просто уже у некоторых началась депрессия, наверное, от этих всех новостей, и им просто уже не до новостей. Но при этом все сидят, например, в социальных сетях, и они вынуждены листать эти новостные сводки, и сами того не понимая, они могут головой уйти и просто начать переживать о том, что этот вирус дойдет и до них. Это не есть хорошо, и поэтому желательно готовить взвешенные материалы. Например, как работала вот аналитическая платформа CoverAsia. Они для того, чтобы постоянно не писать о том, какое количество людей заразилось, они подготовили интерактивную карту, мультимедийную. То есть, если вы пройдете на этот материал, вы увидите мультимедийная карта, которая обновляется ежедневно. То есть Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, вы нажимаете и можете видеть количество зараженных и количество выздоровевших, а также количество людей, которых умерло. И вам не обязательно туда заглядывать каждый день. Вы можете заглянуть туда один раз в неделю, чтобы понимать картину в целом, какая ситуация происходит в регионе. Поэтому это очень круто и классно делать такие вот карты распространения коронавируса, а не писать ежедневные новости о количестве зараженных. Поэтому возьмите это на заметку. Поэтому всегда помните о том, что важно придерживаться баланса между необходимостью информировать общественностью и опасностью способствовать разжиганию страха. То есть именно через такие вот новостные сводки о том, что количество зараженных увеличивается, увеличивается ежедневно, вы просто можете негативно повлиять на людей. Да, у вас будут просмотры, да, вас будут читать, но ни в коем случае не забывайте об основной миссии журналиста. Его миссия – это доносить достоверную, объективную информацию, а не сеять страх. И следующее выражение, которое я бы хотела озвучить, это слова Майкла Стендарта, который говорит: «Пока нет ясности, чем обернется пандемия и какие последствия она принесет, личных рассуждений на тему журналистам лучше избегать». Серьезно, ни в коем случае нельзя писать какие-то экспертные комментарии, при этом не, ну, то есть при этом не являясь экспертом. Поэтому воздержитесь от этого. Лучше делайте объясняющий контент, делайте истории людей, чем нагнетающий писать о теории заговора, сеять непроверенную, недостоверную информацию. Смысл нет никакого от таких материалов, поэтому надо воздерживаться и ни в коем случае не вестись на хайп и на другие источники мотивации, ну как рейтинги, просмотры и прочее. Вот, так, следующее. Не забываем о ментальном здоровье. Я так скажу, что журналисты в течение последних вот 2 месяцев, они вынуждены работать 24 на 7 практически. Те журналисты, которые являются новостными, тем более им приходится просто сидеть и просматривать несколько брифингов ежедневно, при этом писать свой авторский материал. И сейчас из-за того, что количество брифингов увеличилось, с учетом того, что неясна вообще ситуация, они могут проходить и в 9, и в 10 вечера. И есть такой момент, что человек может просто выгореть, либо устать, либо просто его здоровье может подорваться. Поэтому в такие моменты надо очень сильно беречь себя и ни в коем случае, да, не пренебрегать этими нормами. Поэтому я хочу вам напомнить о том, чтобы вы берегли свое ментальное здоровье. Что для этого надо делать? Необходимо высыпаться. То есть какой бы срочной новостью ни было, да, вы отписали, но обязательный сон. 8 часов минимум надо спать. Пить больше воды. Пейте больше воды. Допустим, если вы понимаете, что вас настигла тревога, да, вы понимаете, что настигла паника, то просто не позволяйте своим отрицательным эмоциям заполонить вас. Остановитесь, выпейте воды и попробуйте здраво оценить эту ситуацию. Также необходимо делать перерывы. У меня самой бывало так, что я просто сидела вот так, села в 9 часов, в 6 только встала. И это не есть хорошо. Таким образом, вы просто эмоционально можете устать. Надо делать перерывы на обед, надо отдыхать, надо
как-то разнообразить свою работу, не только писать материалы, но и иметь возможность, допустим, почитать книжку. У каждого есть время на обед, пойти пообедать. Вот, как я и говорю, отвлекайтесь на другие дела. Также вам помогут и физические нагрузки. То есть вы можете позаниматься медитацией, можете заняться йогой. Ну, то есть для каждого своя терапия. Поэтому об этом ни в коем случае не надо забывать и надо это делать. Иначе, могут быть негативные последствия. Поэтому рекомендую вам ни в коем случае не забывать и беречь свое здоровье. Так. Каким выводом в итоге я пришла за вот этот вот коронавирусный период, который, по сути, еще продолжается, и непонятно, до какого периода он еще будет продолжаться? Во-первых, что не делается, все к лучшему. Серьезно, вы скажете, Зуля, ты о чем? Но серьезно, если бы не эта пандемия, да, то люди, они просто не раскрыли бы в себе определенные таланты. Допустим, в ситуации со мной я поняла, что, по сути, можно один материал закончить за день. Не обязательно его растягивать и деградировать, и вообще заниматься прокрастинацией. То есть я раскрыла в себе работоспособность благодаря такому вот периоду. При этом я, конечно, не забывала о своем ментальном здоровье, но в целом, когда есть определенные сроки, то твоя работоспособность повышается. Второе, офис не обязателен. То есть сейчас, мне кажется, многие редакции это поняли, и, возможно, многие редакции откажутся от этого, потому что, по сути, можно делать контент, находясь и дома, можно наладить коммуникации, находясь из дома, и никаких таких вот минусов особых я не увидела, потому что журналисты — это люди, которые, по сути, сидят, ну, то есть могут добыть информацию, находясь в любой точке мира. Ну, если говорить о такой общедоступной информации, понятное дело, это не касается каких-то острых там тем. Третий вывод, к которому я пришла, это новости надоедают. Как я говорила ранее, да, новости надоедают, поэтому журналистам желательно разнообразить свой контент, делать новости не только о карантине, о коронавирусе, но и пытаться затронуть другие тематики. И сейчас я хочу упомянуть такой момент, если, допустим, вы написали материал, и он плохо читабелен, здесь причина не в том, что... то есть основная причина, почему он не прочитался, потому что вы сделали плохой материал. Серьезно, да, тут есть моменты именно продвижение в социальных сетях, SEO-продвижение, но тем не менее основная причина все-таки это ваша. Если его не читают, значит проблема в вас. И есть еще такой следующий момент, что не обязательно тот или иной материал привязывать к какому-нибудь событию. По сути, вы можете и дальше во время карантина, во время коронавируса вещать о том, какие есть уникальные личности в вашем регионе. И эти материалы, по идее, люди дальше будут читать. То есть не обязательно все привязывать к вирусу, не обязательно привязывать, например, День Победы и делать материалы только ко Дню Победы и ждать, когда настанет День Победы, чтобы написать о ветеране. Это можно делать и в повседневной жизни. Просто делать это качественно, круто, классно, и тогда ваш материал будет читабелен. Четвертый вывод. Мультимедийность в тренде. То есть я буду просто кричать всем о том, что мультимедийная журналистика — это круто. То есть да, новости нужны, но вы понимаете, что их очень редко читают, их мало читают. И, допустим, если бы не период карантина, коронавируса, то в повседневной жизни люди в принципе, не интересуются. То есть я работала в редакциях и поняла, что новости, которые касаются брифингов, да, они не так активно читабельны. Люди лучше почитают какой-нибудь авторский материал, если он действительно классный. Это говорит о том, что вот сейчас карантин, коронавирус, все закончится, то у людей не будет необходимости, например, заглядывать в новостную ленту какого-нибудь издания. Поэтому лучше делать эксклюзивы, делать авторские материалы и использовать мультимедийность. Ну, то есть мультимедиа, возможно, кто-то не понимает, что такое мультимедиа. Мультимедиа — это фото, видео, инфографики, то есть все вот это визуальная составляющая. Поэтому
Опять-таки повторюсь, чек-лист будет выслан, вы можете ознакомиться со всеми этими приложениями и начать это использовать. Пятый вывод. Люди хотят понимать причинно-следственную связь. Да, аналитика. Это аналитика. Надо обозначать проблему и потом объяснять, что из этого последует. Да, сейчас все пишут, что вот карантин, коронавирус, но люди хотят знать, что будет потом. Что будет на рынке, допустим, недвижимости, что будет с экологией, как отразилась ситуация с безработицей. Вот эти вот вопросы, которые интересуют читателей, и вы должны дать, ну, объяснить им, как это отразится, что из этого последует. Поэтому берите разработку и делайте именно эти материалы именно под таким вот соусом. И не обязательно, опять-таки, вот эти вот рекомендации, которые я сейчас озвучила, применять только в материалах, которые касаются коронавируса. Их, в принципе, возьмите в разработку и делайте все материалы, исходя из этих рекомендаций, потому что многое, что может измениться. И самый основной вывод из всего этого – людям хочется слышать о людях. То есть делайте простые истории о простых людях. Делайте документалку, если у вас есть возможность, например, делать какие-то кэпшн-видео, снимать видео документальные, делайте. Людям это интересно, люди это смотрят, люди это будут делиться этим. Потому что трогательная история, она всегда набирает популярность, и люди готовы это смотреть и читать. Вот эти выводы, которые я выяснила. Это обратная связь, вы можете со мной связаться в Инстаграме, в Телеграме, также по почте. Презентация будет выслана. Сейчас я хочу ответить на вопросы, если они у вас есть, потому что презентация, она все закончилась. Я готова отвечать на вопросы, надеюсь, я была понятна, была полезна. Вот, я видела, что выше писали вопрос насчет блокпостов. Сейчас я буду смотреть, а вы пока пишите вопросы и можете дать мне обратную связь. Так, сори, я не могу посмотреть. А, вот. Вот, допустим, Асема Орунбай писала о том, что сельчане, пенсионеры не могут снять пенсию, нужно ехать в район, а он дороги, ну, там дороги закрыты, точнее, из-за блокпостов. Ну, то есть, опять-таки, есть такая вот проблема. То есть Асема обозначила проблему. Я как журналист понимаю, что у сельчан, у пенсионеров появились вопросы, им нужно получить корректные ответы. Ой, спасибо, Шолпан. И, соответственно, было бы хорошо, если бы журналист подготовил какую-то методичку, да, какую-то объясняющий материал, где читатели смогут увидеть, услышать, прочитать и понять, что делать пенсионерам в такой ситуации. Например, эту тему открыто поднять, и акиматы, например, которые находятся в той или иной области, они поймут, что есть такая проблема и могут предпринять какие-то меры. Поэтому надо делать огласку и публиковать такие материалы. Вот. Так, я сейчас открыла вопросы и буду отвечать. Вот, Саид адресовал вопрос. Как обращаться к экспертам, с которыми связываешься в первый раз? Ой, я сейчас вам такое расскажу. Я извиняюсь. Секунду. Вот, допустим, я писала материал и связывалась с экспертами, и некоторые эксперты, они писали мне, отправьте, пожалуйста, ваши прошлые материалы. Я им отправляла свои прошлые материалы, ну, чтобы они понимали, о чем я пишу и как я подаю информацию. То есть я воспринимала это достаточно нормально, потому что понимаю, что эксперт, он будет вещать на большую аудиторию, соответственно, он не хочет, чтобы журналист его подал не в лучшем свете. Поэтому, когда вы обращаетесь к экспертам, вы пишете, представляетесь, представляете обязательно ваше издание, обозначаете цель вашей публикации, для чего вы делаете. Допустим, если вы хотите объяснить ту или иную ситуацию, то вы прямо и пишете, моя цель – объяснить,
Вы, как эксперт, пожалуйста, поделитесь своим объективным мнением и прочее. Вот тогда у эксперта будет доверие к вам, и он сможет действительно поделиться с информацией с вами. Потому что не все эксперты, не всем изданиям дают комментарии. Я сама убедилась, увидела, ну, работая на фрилансе, и поняла, что есть такая вот разница, что некоторым изданиям оперативно могут ответить, а некоторым изданиям они могут вообще не ответить и просто проигнорировать. Вот. Спасибо, Саид, за вопрос. Валентина задала вопрос. Как делать капшн-видео в условиях карантина, когда ограничено передвижение? Отличный вопрос. Вы можете делать капшн-видео, исходя из тех роликов, которые уже размещены в открытом доступе, ну, вот, в интернете. То есть вы можете монтировать, исходя из этого, при этом записывая себя, и делая подводку. Ну, то есть вы вот себя засняли и, монтируя это видео, можете совместить с теми видео, которые уже существуют, и добавить субтитры. Тогда будет полноценная история, и мне кажется, если этот материал какой-то объясняющий, например, я когда делала материал капшн-видео касаемо того, что дети падают с балконов, то основная часть моего материала составляли это фотографии, которые находятся из открытых источников, а информацию я получила уже в соответствующих ведомственных органах. И таким образом, ну, люди читали, и это видео очень хорошо распространилось. То есть, по сути, очень важен контент, а не картинка. Поэтому об этом надо не забывать. Если у вас будет качественный контент, то он будет востребован, это видео. Айжан Халикова адресовала вопрос, с чего начать начинающим журналистам. Вот этот вот вопрос надо пояснить, потому что я не совсем понимаю, что именно начать. Начать писать материалы, либо вы хотите сотрудничать с редакциями. Если вы хотите сотрудничать с редакциями, то вам желательно уже более-менее набирать портфолио. И если у вас нету портфолио, то вы можете писать в редакции, говорить о том, что вы готовы просто учиться и готовы это делать за бесплатно, например, проявить весь этот энтузиазм, и журналисты, ну, то есть в редакциях обычно отзываются на такие отзывы, отзываются как раз таким вот зеленым журналистам, которые только начинают свою работу, начинают свой только профессиональный путь, и они готовы действительно научить вас, если вы действительно будете желать этого. Но тут надо понимать о том, что у вас нет определенного опыта, соответственно, оплата будет не такой высокой, если говорить о вопросе финансовом. Поэтому я бы вам порекомендовала обратиться в редакции и желательно выйти на стажировку, потому что работая в поле, работая в редакции, вы прям понимаете всю суть журналистики и действительно можете учиться на своих ошибках и можете поглощать опыт у тех людей, которые уже профессионально этим занимаются. Потому что, например, я, будучи студенткой, очень много фрилансила, ну, то есть я писала просто авторские материалы и думала, что да, это журналистика, я журналистка, и все круто и классно. Но, по сути, когда я вышла уже работать в редакции, то я поняла, что это совсем не так, что мне многому надо учиться, много чего надо еще изучать и понимать. Поэтому больше всего опыта вы получите, работая в редакции. Вы как раз-таки можете понять, что вам интересно, какая именно отрасль журналистики вас впечатляет, какие темы вы хотите освещать. Поэтому в первую очередь я бы порекомендовала вам обратиться в редакцию и даже просто постажироваться бесплатно. Алена задала вопрос. Вы можете дальше задавать вопросы, я буду на них все отвечать. По каким критериям вы смотрите, что ваш материал получился, так скажем? Как вы для себя это оцениваете? Какие параметры статистики смотрите на сайте? Классный вопрос. Допустим, на сайте обязательно есть количество просмотров. То есть мы можем смотреть сразу, какой охват получил. Если, например, материал получил охват, допустим, да, 500 человек только посмотрели ваш материал, соответственно, он плохо зашел для вашей аудитории, вы делаете выводы из этого, почему так получилось, в чем была проблема. Также журналисты распространяют свои материалы активно в социальных сетях, и распространяете материал в социальных сетях, вы можете почитать комменты,
как люди читают, есть ли вообще комментарии. Например, мой один редактор говорил о том, что Зуля, какой бы реакция ни была на твой материал, главное, чтобы была какая-то эмоция, нежели вы просто опубликовали материал, и никто ничего не написал, никто не прокомментировал, никто не поделился, тогда смысл в вашем материале вообще нет никакого. Очень круто, когда вы, вот, например, опубликовали материал, и его начали репостить в какие-нибудь паблики, да, допустим, другие. И это говорит о том, что эта тема актуальная, ее хотят читать. Вот. А также надо обращать внимание на комментарии, которые пишут. Надо обращать на подписки, которые, ну, вообще, смотреть на то, как ваш материал расходится по аудитории. Шолпан, какие сайты редакции посоветуете для публикации начинающих журналистов? Так, Шолпан, давайте я вам это в личку отвечу, адресую этот вопрос именно в личных сообщениях, вы можете мне написать в социальных сетях, тогда я вам подробно расскажу, какие редакции готовы принимать на стажировку журналистов. Поэтому, Шолпан, пожалуйста, напишите свой вопрос мне в социальных сетях, я вам отвечу. Вот. Асем, если ты еще не журналист, но хочешь поднять проблему или разобраться в ситуации, нет возможности связаться с экспертами. Если ты еще не журналист, но хочешь поднять проблему... Ой, ну тогда вы прям можете написать, Асем, это я вам отвечаю. Вы можете, ну то есть я так понимаю, у вас есть какая-то тематика, в которой вы хотите разобраться, но при этом вы не журналист, но хотите связаться с экспертами, да? Тогда вы можете прямо написать и обозначить вот так, что вас волнует очень сильно такой-то вопрос, и вы очень хотите разобраться, помогите мне, мне важно ваше экспертное мнение, я хочу услышать и донести это для своей аудитории, допустим, в Инстаграме. Я более чем скажу, что эксперты не должны отказать, потому что они понимают, что их информация важна, что они готовы поделиться, если действительно для вас это важно, и вы готовы выслушать его. Потому что, например, хочу еще такой вот лайфхак сказать, что, например, те материалы, которые касаются каких-то экспертных тем, да, например, если вы не являетесь экспертом в теме миграции, то перед публикацией вы можете отправить свой материал эксперту в сфере миграции. И таким образом вы не подставите ни себя, ни эксперта в этом вопросе, который давал вам комментарии. То есть, таким образом ваши материалы, они будут достаточно объективны и не будут глупо выглядеть в экспертном сообществе. Поэтому рекомендую вам дружить с экспертами и некоторые материалы высылать для того, чтобы они посмотрели перед публикацией. Асема, сколько времени обычно стажируется? В основном стажируется порядка 2 недель, но можно и месяц, 2 месяца. Это все в зависимости от того, как вы договоритесь. Например, вы можете договориться и на 1 неделю, исходя из вашего времени. Но я бы вам порекомендовала постажироваться месяц. Именно в течение месяца вы можете себя зарекомендовать, и есть вероятность, что вас могут пригласить на работу. Вот, рекомендую вам все-таки брать время в течение месяца минимум. Так, Духлес задал вопрос, как зарабатывать на журналистике? Как зарабатывают на журналистике? Может, вы имели в виду, кто зарабатывает на журналистике? Ну, точнее, сколько зарабатывают на журналистике. В целом, я так скажу, так, этот вопрос, мне кажется, он неправильно построен, потому что как зарабатывать на журналистике? Это такая же профессия, это такая же специальность, которая приносит, ну, то есть, которая должна нести финансовые составляющие, ну, то есть за свой труд. Журналисты, они работают, они выполняют определенную деятельность, да, соответственно, у них должно быть вознаграждение финансовое, если вы об этом говорили. Либо что вы имели в виду? Пожалуйста, поясните свой вопрос, потому что он совсем некорректно задан. Саид задал вопрос, исходя из твоего опыта, какой длинный текст заходит больше всего? Сколько слов, какого размера абзацы? О, тут прям такие параметры надо рассказать. Так, какой, допустим, вот отставка Дарьи Назарбаевой, да? Он, в среднем мои статьи, они
составляет порядка 10 тысяч слов в среднем. И да, 10 тысяч слов, и они читабельные, потому что, например, отставка Дариги Назарбаева — это была горячая тема, и читатель, он прочел это до конца, потому что весь сок в этих мнениях экспертов. Поэтому они читали. Какого размера абзаца, я не могу сказать точно, потому что когда мысль, допустим, закончилась, да, то, соответственно, абзац закончился. У меня нет такого, чтобы я высчитывала количество слов на тот или иной абзац. Все зависит от того, насколько мысль, например, завершенная. Если мысль завершена, то я ее завершаю и ставлю точку. Если нет, то я буду продолжать дальше писать. А таких вот параметров по количеству слов, по количеству знаков у меня вообще нету. Алена, какие главные ваши выводы после стажировки в иностранных СМИ и общения с зарубежными журналистами? Что вы решили поменять или внедрить в свою работу по итогам? Окей, Алена, спасибо за вопрос. Это те, кто не совсем понимает, то я была на стажировке в Британии, в Великобритании, и насчет этого вот вопрос, который Алена адресовала. Я поняла, что, допустим, зарубежных СМИ каждый человек, да, ну, то есть не каждый человек, каждый журналист, он является профессионалом, и выводы, к которым я пришла, являются в том, что надо стремиться к тому, чтобы стать профессионалом и действительно быть тем человеком, которому будут доверять твои читатели. То есть ни в коем случае не тем, кто будет сеять панику, кто будет доносить какую-то ложную информацию, а опять-таки выстроить вот это доверие между читателем и журналистом. И какие отличия увидела? То, что там есть возможность разбираться в одной теме, ну, такое продолжительное время, работать над материалом, например, продолжительное время. И есть еще такая тенденция, то, что журналисты, например, BBC, они работают у себя по 20, по 25 лет, да, и за это время они становятся действительно экспертами и профессионалами, допустим, по документалистике. И это очень круто, то есть люди, они прям глубоко копаются в своей теме и потом могут действительно учить уже другое подрастающее поколение. У нас, например, я, к сожалению, этого не видела, ну, в силу своего возраста, возможно, у меня не такой огромный опыт, но в основном у нас очень много профильных и очень мало узкоспециализированных журналистов. Я считаю, что журналистики все-таки приветствуются, когда, да, классно быть универсальным, но желательно разбираться хоть в одной теме очень хорошо и действительно иметь возможность писать об этом. Вот, надеюсь, я ответила на вопрос. Вы можете дальше мне адресовывать, писать. Я буду отвечать. У нас еще 20 минут осталось. А вот я еще не до конца ответила, что вы решили поменять или внедрить свою работу по итогам. Я решила в итоге углубиться в дата-журналистику, в журналистику данных, в мультимедийность и применять вот эти вот инструменты, которые есть в свободном доступе в своих материалах. И больше писать аналитики. То есть, возможно, писать реже, но зато качественнее материалы. Так, Духлес задал вопрос, какой вопрос вы задали бы себе по сегодняшнему вебинару? Какой вопрос бы я себе задала? А будет ли вебинар по мультимедийной журналистике? Серьезно, этот вопрос, мне кажется, было бы неплохо провести отдельный вебинар по мультимедийной журналистике, где я наглядно покажу, как работает тот или иной инструмент. Вот, спасибо за вопрос. Асем задала вопрос. Какие советы дадите тем, кто только начинает в сфере журналистики? Мой вам совет – писать. Больше писать. Вот серьезно, пишите. Пишите в Инстаграме, пишите в Фейсбуке. Просто пишите, и таким образом вы будете нарабатывать свой стиль письма. Таким образом вы будете собирать свою аудиторию. То есть у вас будет какая-то хоть аудитория, которая будет действительно будет читать вас и верить. Ну, то есть они даже вас будут мотивировать, потому что в журналистике желательно для начала научиться грамотно писать, а все остальное это уже нарабатывается опытом, нарабатывается со временем. Поэтому желаю вам, чтобы вы начали чаще писать, даже это вошло вам в привычку, а также
Вы должны в себе развить личные качества, такие как желание говорить правду, потому что в сфере журналистики это важно. То есть у вас должно быть вот этот вот внутренний стержень, который не позволит вам, например, солгать своей аудитории. Второе, у вас должно быть умеренное любопытство. То есть такое любопытство, которым вы хотите докопаться до того или иного вопроса. И это вас будет, то есть, мотивировать опять-таки. Например, если вы хотите разобраться, почему там экология, например, Костанай ухудшается, и вы должны разбираться в этой сфере до тех пор, пока не найдете ответ на свой вопрос. То есть делать материалы не просто ради материала, а делать для того, чтобы что-то изменилось, да, было желание что-то действительно поменять в своем обществе. Вот. Также совет мой касается того, что вы должны развиваться. Вы должны развиваться. Вот это самое важное. Это не только для начинающих журналистов, это для всех журналистов. Потому что журналистика сейчас очень активно развивается. Допустим, я когда поступала только в университет, это 5 лет назад, то понятия дата журналистики вообще не было. И не было понятия о кэпшн-видео, никто практически не говорил о мультимедийности. А уже спустя 5 лет это уже в порядке вещей у нас и внедряется. Допустим, даже тот самый TikTok, да, он сейчас активно применяется международными медиа, хотя, например, год назад никто особо его и не использовал. Поэтому надо следить за трендами и стараться развиваться. Так, Сайкал задала вопрос, а можно вам написать в Инсте? Да, конечно, пишите, Сайкал, я отвечу на вопросы. А всем было бы интересно послушать. А вот, это вопрос к организаторам. Так, у кого еще есть вопросы? Спрашивайте, у нас еще 15 минут. Я буду рада услышать вашу обратную связь. А всем, был ли у вас страх и неуверенность? Да, был страх, честно. Был страх и была огромная неуверенность, что, допустим, мои материалы не будут читаться, что я пишу не очень, что я пишу слишком просто. Вот серьезно, вот это вот проблема того, что я очень просто и понятно пишу, иногда меня очень сильно заботило. Но потом я поняла, что сейчас, наоборот, приветствуется, когда журналисты пишут просто, и не обязательно применять какой-то художественный стиль, какие-то эпитеты, да, но если вы не в каком-нибудь таком издании, где это необходимо. Поэтому такой вот страх, неуверенность, был страх, когда надо было, допустим, общаться с экспертами, потому что ты понимаешь, что этот человек-эксперт, что он крутой, что он там все знает на свете, а ты не особо в этом разбираешься. Но опять-таки мой личный лайфхак, вы, например, будучи непрофессионалом, вы можете, то есть вы можете позволить себе задавать глупые вопросы, и, возможно, даже эксперт, он, наоборот, будет рад этому, потому что он будет понимать, что он действительно владеет информацией и будет иметь желание вам объяснить. Вот, и вам ни в коем случае не надо стыдиться этого. Как справились с этим? Справилась с этим посредством того, что очень часто начала практиковать, писать, просто вышла из зоны комфорта, начала это делать, и, соответственно, страх ушел. А когда у тебя есть редакционное задание, ну, я опять-таки возвращаюсь к вопросу тому, когда ты работаешь на редакцию, у тебя есть задача, у тебя стоит дедлайн, то нет возможности просто не выполнить задание. Поэтому это тоже мотивирует, и ты справляешься со своей неуверенностью, со своим страхом, и начинаешь действительно просто делать. Поэтому рекомендую вам ломать все эти вот стереотипы, ломать вот эти все страхи и делать. Духли задал вопрос, кого вы берете пример журналистики? Так, у меня нету примеров в журналистике, честно, потому что нету примера. У меня не только в журналистике нету примера, у меня вообще нету человека, которым я бы вдохновлялась, не то что вдохновлялась, который для меня являлся бы кумиром, так сказать. Я читаю чужие материалы, да, и читаю чужих авторов для того, чтобы для себя что-то перенять, но нет такого постоянного автора, которым бы я постоянно бы читала, исследовала. Интересная личность. Так, надо вспомнить. Прям журналистики, интересная личность. Например, я сейчас, знаете, нету вот серьезно прям такого, чтобы
Я сейчас взяла и на всю аудиторию порекомендовала какую-то личность интересную, потому что я где-то писала пост о том, что кто меня вдохновляет, вы можете у меня в Инстаграме увидеть, но они не касаются журналистики. У меня есть журналистка, военная, вот, она меня вдохновляет, и мне ее книги нравятся. Вот. Так, ваш топ-3 онлайн-формата для освещения темы COVID-19. Топ-3 онлайн-формата. Так, ну смотрите, в первую очередь это визуальная карта, которая... Сейчас я, подождите. Визуальная карта, которая как раз-таки вот подается, ну, то есть, которая интерактивно можно увидеть, как распространяется заболевание коронавируса в регионе. Вот это вот крутой формат, и желательно его использовать. Второй формат, который бы был актуален в COVID, это карточки-объяснялки. Например, когда вы объясняете отдельные вопросы, которые касаются коронавируса, да, допустим, есть ли риск, например, заболеть беременным коронавирусом, ну просто я как пример говорю, вот, и вы делаете карточку, такой вот лаконичный вопрос, соответственно, лаконичный ответ к нему, вот, это второе, это все в плейбазе можно делать, в этой плейбаз приложении, везде можно делать такие вот картинки. И третий формат, который был бы интересен для аудитории, это таймлайн. То есть вы можете сделать таймлайн и просто, допустим, 20 марта, да, объявление о закрытии города Астана и Алматы, да, что произошло, например, 21 марта, что последовало 30 марта, и таким образом сделать целую хронологию до того момента, когда ЧП снимут. То есть это будет читабельно, это будет круто. Я даже вот этот вот таймлайн я поставлю на второе место, а карточки поставлю на третье место. А как пишут, подают материал. Так, я сейчас читаю в основном дата-материалы и дата-материалы, на которые пишет, допустим, школа данных Кыргызстан, то есть выпускники школы данных, а также сами тренера, это Сави, Алтынай, вот их материалы читаю. Читаю материал Андрея Дорожного, то есть это в основном дата-материалы. В Казахстане я читаю... Я извиняюсь, что я вот так все время пропадаю. В Казахстане я читаю Хола Ньюс. У них достаточно интересные репортажи. Активно читаю Кабаразию, потому что это тот портал, где действительно объективно освещают, подают информацию. Поэтому читаю именно его. Там как раз хорошая аналитика. Также интересно подает материалы такое издание. Оно вообще недавно появилось, «Медиазона». То есть вы можете читать тоже большие лонгриды, они пишут редко, но пишут качественно. Ваше любимое приложение для создания инфографики. Это Инфограм и Флориш. Мне нравится Флориш, потому что в нем можно делать динамичные такие графики. Например, если у вас очень большой массив информации, массив данных, то можно сделать прям такую, знаете, будут меняться, так, меняться графики, меняться динамика, и вы просто будете смотреть и завораживать это будет. Например, когда я делала материал, который касается миграции в Казахстане, и у меня были данные за последние 20 лет или за 10 лет, я уже не помню, и просто я пересматривала несколько раз только из-за того, что там крутая динамика, и все так визуально отражено, и можно проследить всю эту динамику. Что касается инфограмма, то в нем очень много разных возможностей, и он позволяет делать действительно такую инфографику красочную. То есть можно загрузить свои картинки вдобавок и сделать еще круче. И при этом они бесплатные. Ну, если в инфограмме еще загрузить платную версию, то там больше возможностей откроется. Какое приложение или программу использовать, чтобы визуально красиво подать информацию о себе? Ну вот, я вот скину вам, точнее, организаторы скинут вам вот этот вот чек-лист, и вы там можете ознакомиться со всеми приложениями, потому что их порядка 15, и я не могу сейчас все перечислять, но в топе у меня Инфограм, и с недавних пор это... с недавних пор тайм-линии, где создавать, там есть тайм-линии,
Line вроде так и называется. Это приложение грамотное. Вот. А также я еще использую PlayBus, потому что там не только можно делать карточки, но там можно делать еще красиво, оформлять цитаты, сделать тесты внутри этого PlayBus. Ну, то есть это круто, классно. Вот опять-таки в этом чек-листе вы можете увидеть, как я их использую, как я делала. Вот. Есть еще вопросы, ребят, задавайте. Спасибо за активность, крутые вопросы. Надеюсь, я была полезна. У нас осталось еще 7 минут, я с радостью отвечу. Пишите. Спасибо всем. Итак, ребят, если у вас нет вопросов, то я могу завершить вебинар. Либо еще могу, у нас есть 7 минут. Давайте. Расскажите про марафон, в котором вы участвовали. Давайте этот, вы мне в личные сообщения напишите, я вам отдельно расскажу про марафон, потому что вебинар все-таки по другой тематике, и есть вероятность, что другим зрителям будет не совсем интересно слушать про марафон, когда они пришли смотреть о том, как делать материалы в условиях карантина. Спасибо. Так, давайте, как часто у вас не так танцует? Да, это из презентации вопрос. Вот. Ну, в Костанае, походу, костанайцев это очень сильно интересует, раз они хотят разобраться. Какие сайты либо школы, которые часто проводят конкурсы в журналистике? Так, все-таки мне, я расскажу вам о Media School Кабаразия. Это именно та организация, которая активно продвигает медиаграмотность в Центральной Азии, поэтому я рекомендую подписаться на них. И действительно, там очень много крутых конкурсов, крутых вебинаров, тренингов. Помимо этого, если в Астане, если вы из Казахстана, да, то в Астане есть Media School, это проект Международный центр журналистики, который тоже занимается обучением журналистов. Это трехмесячные курсы, по окончанию которого вы получаете сертификат. Вот. Что так, затем что еще? Какие еще конкурсы, где еще проводятся? Знаете, вы тоже можете мне всем написать, я могу лично для вас найти информацию и потом вам скинуть, потому что так на скидку сразу и не вспомнить. Духли задал вопрос, не хотели бы использовать TikTok в продвижении новостей информации? Хороший вопрос, я планирую освоить этот формат, но скажу так, что меня больше увлекает все-таки аналитика, поэтому не уверена, что я буду прибегать к TikTok, и не уверена, что именно через TikTok можно донести какие-то аналитические новости. Вот, но попробовать стоит. Ой, сколько желающих по мультимедийной журналистике. Окей. Так, у кого еще есть вопросы? Я хочу пока что поблагодарить вас всех, что вы пришли. Это было очень круто, здорово. Спасибо за обратную связь. Можете писать, могу отвечать. Было приятно вещать свой первый вебинар на такой площадке. Вот. Организаторы медиашколы, скажите, пожалуйста, мы можем завершать вебинар, либо дождемся еще вопросов. У нас еще 4 минуты. В целом, всю презентацию вам, также запись вебинара вышлет на почту, если вы регистрировались, оставляли свою почту, также будет выслан чек-лист, это все будет завтра. Поэтому, если кто-то прослушал половину, если кто-то не досмотрел, то вы можете посмотреть. Все тогда, ребят, так.
Вот, смотрите, Асем, тут есть мой логин в Инстаграме. Вы можете прям перейти и написать мне прям в Инстаграме. Буду ждать от вас вопросы. А если не указали почту, то да, вы можете организатора написать Кабар Скул, и они вам как раз-таки отправят на вашу почту. Тогда, ребят, я завершаю вебинар. Спасибо большое, что вы пришли, что вы меня послушали. Надеюсь, я была вам полезна. Будем держать связь. Пишите мне, буду рада. Спасибо. Дайте мне обратную связь, я буду уже прощаться. Все, давайте тогда. Спасибо.